Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня интересная тема видеоурока. Данная точка V13 Фэйшу является точкой Шу. Их китайцы, насколько нам донесла история, не открывали европейцам до 19 столетия. Считали, что это точки успеха. Этой точкой можно было вылечить тот или иной орган. Сегодня пойдет речь об органе легких. Потому европейцы всегда, проникали в секреты китайцев и добивались там от китайцев признания, некоторые китайцы выложили такую информацию. На практике это подтвердилось? Да, на практике это подтвердилось. Вот. Сегодня тема лекции и урока – точка согласия органов легких. Точка V13 Фэйшу – точка согласия органа легких. Что это такое? Сразу мы говорим, что данная точка отвечает на все болезни легких. То есть на данную точку мы воздействуем при всех заболеваниях легких от А до Я. Это точка гармонии, сразу говорим, правого и левого легкого. А точнее точка гармонии Янь легких и Инь легких. Пожалуйста, не забывайте, что он орган Панны, и нам нужно знать, в каком состоянии энергия инь-янь. И, скажем так, правильно, те, кто занимается цигун, сейчас вот немножко я отвлекусь и скажу, что вот некоторые говорят, вы знаете, у меня правая ноздря лучше дышит, либо больше воздуха употребляет. Вот. Левая ноздря вроде меньше, чаще забита. У других людей это наоборот. Вот вам и ответ. Как работают ваши легкие. Больше вы вдыхаете левой ноздрой, больше вдыхаете инь. Больше вдыхаете правое ноздрой, больше вдыхаете янь. Но данная точка V13 Фэйшу является точкой гармонии правой и левой легкой. Вот он восстанавливает гармоничный баланс вдоха и выдоха, восприятие информации. Вот. Что еще можно сказать о данной точке? Данная точка является точкой, которая убирает все противоречия в легких, все, и координирует эти противоречия. Также мы скажем, что данная точка является точкой, начальствующая над легкими. Вот как начальник скажет, так и будет. Вот группа собралась, там, допустим, офис собрался, и вот начальник вышел и сказал, сегодня выходной, все, ура, разбежались по домам. Вот так вот примерно и данная точка. Как данная точка, вы будете воздействовать на нее, вот вы являетесь, если вы иглотерапевт, либо хотите воздействовать на данную точку, вы являетесь этаким начальником. И вот здесь вот сразу же человек встречается с парадоксом, что а вот как же воздействовать? А вот как вы начальник, так и поведете. Вот как вы проконсультируете человека, так эта точка вам что сразу даст ответ, как на нее, скажем так, работать. Вот и все. Элементарно, очень элементарно просто. Главное знать, разуметь, понимать, вести консультацию. Но здесь нужен жизненный опыт и, скажем так, уже сноровка. Потому те, кто не знает, как работать с данной точкой, рекомендую всем данную точку V13 Фэйшу, которая является точкой согласия органов легких, расслаблять. Убрать ту энергию, которая и порождает противоречия в легких. Не забывайте, легкий орган не надо только рассматривать как физическое. Это еще очень-очень интересный, тонкий мир, на который многие люди даже не обращают внимания. Потому данная точка является, еще раз повторюсь, извините за тавтологию, точкой, которая лечит все заболевания, убирает все противоречия в органах легких. Можно данную точку использовать при туберкулезе легких, да, при пневмонии, да, при бронхите, острой хронической, при COVID-19, можно, да, пожалуйста, можно. При всех заболеваниях внутренних органов, да, потому что легкие являются что? Первым поставщиком. Природная ци в нашем организме является согласием. Если этого согласия внутри нашего организма нету, а легкие являются первыми, кто поставляет, скажем так, это не согласие в скобках в наш организм, человек его больше искажает, чем легкие, то, пожалуйста, данная точка V13 Фэйшу вам помощь, ее нужно расслаблять. Спасибо за внимание.